Привет из Апулии. Сегодня обзор небольшой такой виллы для отдыха. Называется Ли Дамиани. Находится она возле Отранто. Наверное, в 1 километре от черты города Отранто. Если идти к центру, показывает навигатор 30 минут пешком. На машине минут 7-10, если, в принципе, больше тратится на поиски парковки, либо, если это август, то тут большие пробки на въезд в центр. Рядышком ничего, в принципе, нет. Мы уже второй раз в такого вида виллах селимся. Очень прикольно внутри, но снаружи выйти некуда. Где-то рядом шумит дискотека, сегодня вечером пойдем посмотрим, где она. Но так во все остальные места надо добираться на авто. Море здесь по карте вообще недалеко, его даже видно из номера, но дойти, я думаю, тут прямого прохода нет на пляж. Здесь своя бесплатная парковка. Вот такая территория классная, все пострижено, все красиво. Детская площадочка есть, парковочка, все чистенько. Вообще классно жить в таких местах. Здесь, ну, очень мало наших, даже на букинге нет ни одного отзыва на русском. Здесь в основном все, ну вот сейчас все итальянцы вокруг. Если брать не август, а другой период, то, наверное, европейцев много. Но наших вы точно не встретите. Такое старое дерево оливы посередине. В проживание входят завтраки. Завтраки мы сегодня завтракали прикольные, европейские. Есть их традиционные апулийские десерты. Как всегда, нарезочка хамонные сыры, моцарелла, Филадельфия есть. Капучино делают очень вкусно из аппарата, из кофемашины, не аппарата, а кофемашины. Очень вкусно. На ресепшене женщина не разговаривает на английском, только итальянском. Сегодня утром на завтраке появилась девушка, может быть, ее внучка, дочка, которая понимает английский. А так мы изъяснялись буквально на пальцах. Вот здесь номера, их буквально до 10, даже вот, наверное, 8 номеров. У нас номер для четверых, это 1 комната, но как бы зонированная, но все равно вы находитесь в одном пространстве, если с детьми. У нас 4 человека, там 1 кровать для родителей и 2 кровати для детей. Очень доброжелательные хозяева, они здесь же живут. Вчера, когда мы вечером приехали, они принесли нам и инжир, и арбузы. Спрашивают, как дела, все время пытаются общаться, хотя мы итальянский совсем не понимаем. Есть настольный теннис, здесь можно поиграть, футбол настольный поиграть. И бассейн вообще шикарный, чистый, с прохладной водой. Очень-очень классный бассейн. На фото букинге я думала, что это будет манюсенький бассейн, но сейчас увидите, он огромный. В общем, я рекомендую эту виллу настоятельно. Единственный минус, нет никакого бара, то есть если вы с собой ничего не в воду, ни сухое, ни какое-то спиртное не привезли, то тут вам его взять негде. Лежачки какие новые, зонтики, людей практически нет. Все номера заселены, но возле бассейна, походу, только мы. Такая красивая территория. Не сомневайтесь и приезжайте. Всем пока!